Стомак, позвоночник, пах, ебем. Слушай, моя команда, удачи. По углам. Так, друзья, все готово. Это боя. Синий угол. Аян Нурпаев из Казахстана. В красном углу Турдубай Улузарбек из Кыргызстана. Клуб Айкөль Манас. Первый раунд. Помним, что мы находимся в Новокатском районе. Хороший лоу. Пропускает сейчас Аян Нурпаев. Еще один лоу. Неплохо здесь работает сейчас боец из Казахстана на ногах. Пошел вперед. И вот здесь Турбайулу Зарипек может перевести соперника. Так оно и есть. Переводит сейчас своего оппонента в паттер. Зарипек. И вот здесь в гарде он работает. Очень мощно. Пытается выйти на боковой контроль. Сильнейшие удары сейчас. Турдубай Улузарбека. Да, многие из них проходят. Если боец пропустит около 10 ударов точно, ну или будет в глухой обороне, долгое время рефери может остановить поединок. Да, сейчас очень уверенно контролирует своего соперника. Боец из Кыргызстана. Ну и бойцы сейчас уже на ногах оказались. Актем вот здесь стойки работает и уже поплыл. Как мы видим сейчас, Аян Нурпаев. Опасная у него ситуация. Забрать спину. Вот это и делает. И вот выходит на удушающий прием. На рерный кичок. Закрывает замок. Есть здесь, скорее всего, выйти. Ну, в принципе, возможно. Но получится ли? Давайте посмотрим мы сейчас. Да, все, 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 все. Сдается здесь. Боец из Казахстана. Было уже, в принципе, здесь понятно.